Всем привет, с вами Чемпион Валера, и сегодня будет офигенное видео с крутой тусовки. Перед просмотром хотел бы попросить, чтобы вы поставили лайк, подписались, если вы этого еще не сделали, показали братикам, сестричкам, мамам, папам, буду всем рад. Приятного просмотра. Так, нас теперь не двое, нас теперь четверо. У нас забрался Денис, Коваль-Коус, Глеб Сиярушников. Запомните меня пока что таким. После 12 часов ночи я буду уже совсем другим. Все, я в говно. Так что просто с QR-кодом ты его сканируешь, там уже клип отлично спасает. Пердани! Да я богатый уёба. У меня денег так мало. Ну баралин, я богатый. Духи надо за евро. А я охуел, я, короче, в салике прям перед домом, я такой подхожу, типа, с врача, знаешь, с двумя руками, такой, типа, грязный, пиздец. И какой-то чел подходит из этого, типа, из мешка вытаскивает, о, парфюм не нужен. Я такой, блядь, я выгляжу на человека, которому нужен парфюм. Это, у меня мамка такая, купила за 20, блядь. Такой, вот, мужчина подошел ко мне, я у него 20 заплатил, ну, это оригинальные духи. Я такой, ёбаный. Мама! Совет! Я вот когда в Минске был, в прошлом году, у барчика сидим, там все, смотрю наверх, а там, короче, идет вот такой опер такой, ну, типа, ну, как мент обычно. И второй человек, типа, с АКСУ, забрал со шлемом совсем. Потом через пару минут они возвращаются, они, короче, вдвоем тащат одного мужика какого-то, тут видно турист. И он говорит, ебать тут сервис. А город спит. У них ночь начинается. Крутим. Мы узнаем, что пьешь. Сразу пришел в опорике играть. Только не ядер. Поздравляю, у тебя X2, кстати, еще. После колеса мы наблюдаем эмоцию страха, которая появляется в приподнятых нижних веках и застывшему лицу. Второму же человеку мы можем сказать, что он испытывает эмоции счастья и радости. Это мы можем наблюдать по уголкам его губ и также по морщинкам, которые находятся возле его глаз. И сейчас вот. Прикол, сколько так вот. X2 выпало. X2 выпало. Ягер! X2 ягера! Дедушу! 2 ягера, дедушу! На барную стойку, давай, Денчик! Я так сейчас увезу иллюмина! Да чё за хуйня? X2, пожалуйста, сок! Ёбаный рот! X2 водки! Понял! Только не X2! Валерий, водка! Прошу парную стойку. Владюша. Принимай заказы. Просто один? Просто сок. А у Глеба просто сок. У тебя два шота? Привет. Меня кто развел? Ну ты знаешь. Можешь колу принести пусть один? А что за пивок? Край, можешь колу? Вот, сейчас будет. Край, можешь колу подать? Все, я в говно. Так, что у Дули и Глеба? Мне водка. Водка? Одна. Одна водка. А, у тебя один ягер? Два. Два, сорян. Ошибся. Блин, ну. Сорян. Сорян, извиняемся, за что заведение еще один? Так, кому сок? Мы сегодня в говно. Сука, ягер, блядь. А, край, блядь! Да что? Да. Подарок? Я, блядь. Там бомба! Открывай. Что там? Нихуя конференц-зал. Виджелинг? Виджелинг, да. Я же снимал томатом, блядь. Курицу притаскивал, Дима. Чисто мы, блядь. Так. А? Да не, нет. И цел, он мне мал себе. Что спина больная замыл? Я же больничный, блядь. Она нормально? Отпускай-ка, не пей. Просто как сломал.
Ну что, ребята, это знаешь, типа, балкон как у Кизару, типа. Ну, смотри. Сейчас отжиматься будет. Наркос. Скажи, ты спишь, братик? Скажи, ты че? Да нормально. Я не спал, я просто отдыхал. В телефоне сидел. Кондиционный зал, можно побыстрее? Бару, блядь! Быстрее, я сказал, несите, люди собраны, популярные звезды вообще-то. Не, сюда принесите быстро. Пошел нахуй, как слышал. Отлично. Ты его в бару, по бару, да? Ладно. Там вам тоже? Конечно. Раз с друзьям. Нельзя руки пожимать. Вообще-то нельзя пожимать. Он в перчатках. Да, где? Вон у него. Где дезинфекция? Да он тебя ловит. Вот, я ее все на экране. Снимаем. Макс, ты готов? Конечно. Конечно, уже все наготове. Открыть мне. Надо еще дверь открыть. Справятся. Бу-бу-бу! Вечер, хату. Привет. Крутим рулеточку. Привет, да. Просто нажимай середину. Тебе пизда. Я тоже так думаю. Так, смотрим, что выпадает. Бля! Пришел, два шока, вот, типа, надо, надо, показать, показать надо. Все увидите, все увидите. Я вижу. Сука, X2, блядь. О, давай еще раз. X2 выплати, можно. Там может реально столько инфекций можно. Максимум X4 желез говорил. Давай Ягер, блядь. Да! Да! Димон выплати X2 Ягер. Ну что ты солдат, ты, блядь. Димон второй день подряд ебашит. Спасибо, похмелился. Лонг-Айленд хочешь? Ну, может, на третий этаж пойдем? Третий. Тоже комната. Нет, уже где-то по... Вот на первый, на первый расположился. Он уже пошел меньше идти. Да, блин. Че, протрезвел? Пиздец, да. Что, а че кричали? Кто-то что-то выпил? Блин, не что? Кто? Кто? Кто 4? Я уже 4 шота уебал только что сейчас. Кто? Уже уебал? Реально? Он просто колесо решил. Я это счет, уже 8. Я кручу колесо, X2, X2, X2 и водка, блядь. Нет, ты там реально было X8? Ну, по правилам. Это максимум, да? Ну, я еще Марокову помог, конечно, но, блядь, не, он там вообще дохуя выебал. Съёб, блядь, такой спот алкаша просто. Пиздец, блядь. Приехал в отель, называется. Повторите, пожалуйста. X2 и потом водка, блядь. Везучик, блядь. Кто хочет рулетку крутить? Пошлите за мной в пеньку, блядь, крутанул, блядь. Шашлык. И картошку фри где, блядь? Агрессивный. Он вышел. Новый этап. Туркей. Да мне больше не наливай, ну реально. Он уже там на балконе говорил. Только там это не выкладывай, когда хуйня. Все свои. Шашлык. Картошку. Ресторан. Картошку. Я каменщик, я не отдам свою картошку. А кто диджей? Край. 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 Включи Моргенштерн, найс. Придут. Да, Слава, что ты сделал? Сольное выступление. Протокон пизда. Давай,
Кто Моргенштерн? За Моргенштерна рвать! За мать! Русский. Карбуцы, 437. С цепочкой так типа. Можем еще мою на тебя повесить, будет ли? Бля, вот сначала песни самая пиздатая. Сейчас они что-то снимет. Пердани! Нет, все должны, да. А я буду кидару. Вот, давай. Как колесо крутит. Всем здравствуйте. Привет. У нас выпал. Интересно. Их 4 сока. По-любому будет. Конечно. Давай водку, пожалуйста. Что? У меня было вообще 8x. У меня 8x было вообще, блять, ебать. Тося, край! Край тут, вот край. Сейчас, подожди. Тося! Тося! Бармен! Бармен! В общем, блядь, 20 очков стукнуло. 20, какой 21? 21 это очко. Ну, блядь, у меня 20 очков. В общем, блядь, поздравляю вас с днем рождения. У тебя скоро, у тебя уже было. Край. Блядь, желаю вам счастья. Утекайте. Да, утекайте. Здоровья, чтобы... Девочек я вас желаю не буду, только дождь, только девочку буду. В общем, днем рождения от нас всех. От нас всех с днем рождения. Но не от Дениса. Днем рождения! Happy birthday! Ладно, должны все. Должны все. Поцелуй просто. Спасибо. Днем рождения. Давай, смотри, бля. Ты уже поздравил. Еще раз. Ой, нихуя! Наебай! Меня вырастили наркос! Сам купишь игра. Он не въебал! Он такой думает, он просто мафия! Я думал, типа, это игра настольная! Я такой, нахуй! Ну купишь себе мафию настольную! Ты не понял? Да, спасибо! Что, разъебываем? Человек уважение, поэтому этот человек хорошую дозу. Блять, вы видите эту машину? Он просто готов разъебывать. Ты посмотри, вы посмотри. Кто ты? Дамба! Два аннигилятора! О, блядь! Давай! Хорош! Дамба, это комплименты или оскорбления? Нет, это... Я вот только что похмелился, я себя реально кайфово чувствую. Наконец-то! То есть с утра мне были необходимы медикаменты, а сейчас просто вот типа алкоголь, который мне предоставил. Бля, знаешь, сам прикол? Давай. Типа я так уже начал августа ждал, когда мы это набухнем. Мы бухнули, я нихуя не понимаю. В плане? Слушай, чувак. Типа я тут стою, я как будто, бля, дома нахожусь, бля, я нихуя не покупаю. Мы у бабушки находимся. Я просто... А чё, картина нормальная вообще? Ты просто чилаут, мы держим. Держим карты единица на... Да, на целом. Я единица. У Валера единица. В плане там, единица. Ну, единица, как у нас боевая единица. А, понял. Там Дионе в виде единицы. Потом еще Димас единица. Влад единица. Ренат единица. Мы да. Все братан. Братан. Валера! Покажи, блядь, машину! О, блядь! О, блядь, руки в базуке! О, сука!
Да это слабо, на фотку. На, бери, блин! Самосела нахуй! Машина, давай! Так, ребята, это ночь. Что происходит? Происходит полная пизда. Хиросима, Нагасаки просто в одном месте. Что было? А? Что было? Что было? Было просто Хиросима, Нагасаки. Прокомментируйте, что было. А? Прокомментируйте, что было. Я не могу это никак прокомментировать. Была, слишком жестко. Была пизда. Пизда? Пизда. Просто была пизда. Полная, да? И да, сейчас происходит пизда. Наверху. Ты вообще выкупаешь? Сука! У тебя горит, парень, ты горит! У меня горит, это говорит! Он просто смотрит в зеркало на так. Ильич. Разъебать, да. Разъебать. Как вы себя чувствуете? Разъебать. Как вы себя чувствуете? Кого разъебать? Тебя разъебать. Иди себе нахуй, я знал, что вы придете. Я знал, что ты придешь. Давайте накроем. Мы заботимся о старших. Я младший всех. Твои кроксы? Да, младший всех. Я твой крокс одолжу. Он... Ты верни на место. Ну да, мы просто сейчас экскурсию пишем. Стой. Садись, ладнушка. Не нахуй. В однушке. Чисто студия, все, давайте. Как вы себя чувствуете? Кто меня будил там, пидорас? Я убью, блядь. Я убью! Спи, блядь! Спи, нахуй! Животное ебаное, пошли! Пошел нахуй! Чисто клергу, блядь! Тебя разъебали? На контент? Тебя, я только без смс-ки свидетельствую. Разъебали? Я хочу на эту подушку. Да. Блин, дай кокса, брат. Не, дай кокса, брат. Тихо.
Напоследок. Их разъебать. Сейчас. Суландская. Наебся, спин. Наелся и спит. Подожди, а тут еще шесть. Тут еще в шестерке. Ебать, здесь еще в шестерке. Вас разъебали. Наелся и спит. Наелся, блин. Мне кто-то наелся. Поехали, посиди за мной. Вас разъебали. Комедика. Ой, ебать. Подожди, твои это. Он мокрый. Я не буду это трогать. Слышал, Глеб? Типа лифак берет, я не буду это трогать, такой. После загибания. А тихо грусти. Покрасните тихо. Она не закрыта, в любом случае. Обон здание, просто разъебать. Лайфхаки. Здравствуйте, ребята. А сейчас поиграть мы играть буду. Сейчас мы идем после тусовки. Данила, как вам тусовка? А кстати, вам залог дали? Да, все, вернули. Ничего себе! А если он увидит видос, то он охуеет. Охуенно, батя, бля. Не, реально. Особенно там, где мы рэвим, бля. Не, реально охуенно было. Дмитрий, как вам вчерашняя тусовка? Приколи, вернули залог, я говорю, если он видео увидит. Блин, нет, до свидания. А, там где ночью фонарики все ходили смотреть. На меня? А, это мы вырвались тогда. Да. Я помню, я тебе думаю, что... Я такой что-то... Ренат такой вскочил, Вики по лбу дал или куда-то. Да, я ее убивал. Да, ты меня ударил. А чтоб я вас не ударил, ударьте по кнопке подписаться, улыбайтесь, сияйте и будьте любимы.